относительно ровно позвоночник. За макушечку тебя тянет одна сила наверх, вторая вниз. Здесь, здесь у тебя вот такой провальчик получается. Для того, чтобы его убирать, убирать вот эти шишечки, нужно вдохом диафрагменным выдавливать эти позвонки. И раскачивать, вот как старую ржавую дверь, потихонечку туда-сюда. Поэтому мы на вдохе со звуком А внутренним таким вот, набираем и наверх тянемся. Так, чтобы это место натягивалось. Вдох идет как бы в макушечку через нос. Вот попробуй подышать. Теперь через нос мы вдыхаем наверх, вытягиваемся, а потом начинаем горбатить и натягивать вот это место в шейном отделе, так, чтобы он выпирал со вдохом.